Левее бери, а то тут свалишься. Все, давай, Дим, левее. Выворачивай руль. Опасное мероприятие. Ой, ну слава богу, выехали. Вот таким образом нам прибыл новый трактор. Смотрите на этого красавца. Производство Череповецкого литейно-механического завода. Мне он уже нравится, но потом разбор сделаем. Балочный мост, оригинальный капот, оригинальная кабина. Один моточас. Один моточас. Один. Ровно. Интересный, интересный трактор. Да, да, да. Заходи, заходи. Да ладно. Ну, а внутри МТЗ? Отделка интересная внутренняя тоже. Да, панель приборов. Такая, ну как у всех, в общем-то. Заднее панорамное такое остекление хорошее. Уже как на современных наших антах. Вот здесь. А кондиционер вроде мы не заказывали, а блок стоит. Неужели он с кондиционером? Ну, можно было и болты поставить с утопленной головкой. Можно было, говорить, с утопленной головкой поставить болты. А может быть, так лучше. Меньше будешь скользить. Чтоб грязь счищать на входе, да? Ну, а так. Да. Ну все, трактор приехал. Ну, а разбор сделаем попозже. Сейчас чай попьем, водителя отправим.